Итак, добрый вечер, дамы и господа. Сегодня мы рассмотрим с вами одну довольно-таки интересную систему. Называется она Travel Trading Formula, то есть система, подходящая для путешественников, любителей путешествовать и тому подобное. Прежде всего, перейдем на ее офсайт. Офсайт у нее не Travel Trading Formula называется, а Ultimate Forex Club. Вот так называется. Здесь мы видим такую картинку с надписью «Продано». То есть автор решил ограничить какое-то количество проданных систем и более не продавать ее никому. Вот. Ниже он пишет, что можете оставить свой email, и позже я вам напишу, если будет возможность снова вступить в Ultimate Forex Club. Вот. Если вы это сделаете, то наверняка будете получать на email кучу спама. В общем, не советую. Ниже карта покупателей из Google Maps. Кто именно купил эту систему, из каких районов мира, стран и так далее. Мы можем видеть, что из России ее не купил никто. Ну, что ж. Окей. Значит, вы будете первыми, кто о ней узнает. Есть такой замечательный сайт Forex Peace Army. На нем можно проверять отзывы о различных системах, советниках, индикаторах и тому подобное, что все, что продается за деньги, продается онлайн. Ultimate Forex Club не имеет никаких данных на Forex Peace Army, то есть никто не оставил отзыв. Ну что ж, система была ограничена продана, значит, просто не было достаточно энтузиастов, которые бы оставили ревью. Здесь мы видим отсутствует ревью, поэтому смело можем закрывать. Сайт, в принципе, тоже у нас не обладает особой информативностью, так как закрыт. Есть форма входа для тех, кто купил систему, мы ее не купили. Входов, паролей не знаем, поэтому оставляем это. Так, вместе с этим видео идет архив. В нем вы видите PDF-мануал, Travel Trading Profit Formula называется он, ну, там объясняются правила системы, данные скриншоты, небольшое вступление. В общем, все как обычно, мы к этому еще вернемся. Нас интересует сейчас папка Templates в архиве. Копируем эту папку. Скопировать ее нужно в папку с вашим установленным программой MetaTrader 4. Просто внутрь в корневом каталоге пробуем вставить. Соглашаемся со слиянием папки Templates. На Windows 7 нужно будет подтвердить администраторские права. И вот, как мы видим, наша traveltrading.tpl шаблон оказался установлен. Закрываем. Далее, собственно, переходим к мануалу, к системе. Это не то, сори. Так, вначале автор объясняет, что он использует этот метод, потому что он быстрый и профитен одновременно, прибылен. Объясняет, что его можно использовать на любой валютной паре, на любом таймфрейме. И дает интересный такой линк на довольно забавное видео, где он обещал объяснять индикаторы, но не стал. Greg Stefaniak here, speaking to you from Krakow, Poland. You're probably wondering if it's worth your time to listen to someone with such a strong, funny accent. No i od czasu do czasu, tak dla żartu, powiem coś po polsku, żeby upewnić się, czy mnie jeszcze słuchacie. Довольно забавное видео, посмотрите обязательно, хотя бы послушать на его акцент поляка. Довольно-таки занимательно. Вот, Greg Stefaniak его зовут, система из Польши. В этом видео он не объясняет индикатор, я так понял, их добавят позже. Вот эти разделы coming soon, то есть будет скоро. Пока их нет. Когда будут, я не знаю, ну, только автору известно. Так, закрываем, идем дальше за мануалом, следуем. Объясняются индикаторы, которые мы будем использовать. Собственно, они уже есть в шаблоне, который я вам предоставил. Мы просто открываем график. Допустим, USDCF, окно графика, переключаемся на дневной график, так как на дневных графиках вообще проще всего работать, всем советую. Ну, да и система, она не привязана к какому-то определенному таймфрейму, поэтому можем использовать любой, в данном случае дневной. Выбираем шаблоны, правой кнопкой мышки выбираем шаблоны,
Travel Trading Formula. И вуаля, загрузилось сразу. Все индикаторы установлены со всеми нужными параметрами. Я их уже устанавливал на EURUSD. Здесь немножко увеличено, чтобы видео было лучше видно. Вот, собственно говоря, итак, какие индикаторы используются. Moving Average, скользящая средняя, стандартный индикатор, используется всегда и везде. На его основе построено большинство индикаторов вообще метатрейдере трендовых. Вот, используется простая скользящая средняя с периодом 20. Вот она, красная линия обозначена. Также используется Parabolic SAR. Вот такими точками обозначен. Вообще, про индикаторы я в этом видео распространяться не буду, потому что это будет очень долго. В интернете очень много курсов для начинающих, как в текстовом, так и в видео-виде. Вы можете все это просто-напросто посмотреть, узнать, прослушать про индикаторы. Это базовая информация, есть везде, поэтому не вижу смысла уделять этому какое-то большое время. Так используется Parabolic SAR, тоже со стандартными настройками. Шаг на 0,02, максимум 0,2. Цвета можете настроить для индикаторов любые, это ваше дело, как вам удобнее. Далее используется индекс силы, Force Index, тоже стандартный период, 13, вот здесь он отображен в окошке, вот такой ломаный кривой. Используется также MACD, тоже индикатор, без которого, мне как мне кажется, тоже нельзя, тоже основан на скользящих средних, кстати. Старых периоды все у него тоже стандартные, как идут по умолчанию, 26, 12, 9. Вот. Итак, собственно, здесь также автор указывает, что стоп-лосс должен быть 15-20 пунктов от входа. Я бы сказал, что это без упоминания, какой именно таймфрейм используется, это пустая информация. 15-20 пунктов это для 15-5 минуток или M15-15 минуток. Все, конечно, зависит от пары и от волатильности ее. Поэтому указание такого размера стоп-лосса, допустим, на дневных графиках, ну какой тут может быть с 15-20 пунктов? Вот один маленький хвостик у свечи, 53 пункта, это уже 3 стоп-лосса будет выбито. Вот. Поэтому я рекомендую ставить стоп-лосс чуть-чуть ниже точки Parabolic SAR. Ну, допустим, вошли мы где-то вот здесь. Это не по правилам системы, я просто показываю, где ставить, как ставить стоп-лосс. Пошли вы где-то вот здесь, оставим стоп-лосс чуть-чуть ниже на пару пунктов в точке PSAR, Parabolic SAR. Можно посмотреть ее точное значение, если навести на нее мышку. Вот мы видим нижняя строчка. 1.3196, если округлить. Убавляем несколько пунктов, если для бая, для покупки, будет 31.93. То есть наш стоп-лосс будет 1.3193, если мы купим где-то вот здесь. Вот. В общем, стоп-лосс я рекомендую ставить на под точкой Parabolic SAR свечи, которые предшествуют входу в позицию. Едем дальше. Ну, тут есть скриншоты, где все обозначено. В принципе, я вам все это уже показал. Если хотите, можете открыть мануал, посмотреть это и в другом цвете, в более темном. Мне нравятся более светлые цвета, потому что так меньше устают глаза, когда смотришь и как-то четче видно. Хотите, ставьте свои цвета, любые. Это не имеет значения. Вот, итак. Правила системы. Читаем. При торговле на восходящем тренде, то есть когда цена движется вверх, должны быть все условия, все четыре. Не какое-то одно или два, все четыре должны иметь место. Скользящая средняя должна быть под ценой и двигаться вверх. Parabolic SAR должен быть ниже цены. Должен быть кроссовер, то есть пересечение основной линии MACD. Вот отображена такой гистограммой, такими палочками. И сигнальной линии. Вот она отображена вот такой линией с просветами, скажем так. Также должно быть пересечение MACD под нулевой линией кроссовера. Основное пересечение имеется в виду пересечение MACD и сигнальной линии основной и сигнальной линии MACD. Также, сейчас я вам это позже покажу, также индекс силы должен идти вверх. Ну, в принципе, все логично.
ничего такого суперсложного для понимания здесь нет. Сейчас я вам все это покажу. Должны быть встречены все условия. Посмотрим, как это будет выглядеть на графике. Итак, для... смотрим покупки. Итак, цена переходит наверх, выше линии скользящей средней. Мы имеем пересечение MACD основной и сигнальной линии, а также индекс силы идет вверх, как мы видим здесь. Так, где-то, значит, где-то вот здесь мы войдем, потому что так как только встретились все четыре условия, и мы можем открыть позицию на открытии следующей свечи. Вот, стоп-лосс ставим где-то вот здесь. Будет у нас 250 пунктов. Ну, дневные графики. Что ж, это вполне нормально для дневок. Далее. Наша открытая позиция держится. Пока не произойдут условия выхода. Условия выхода какие? Условия выхода может быть два. Либо точка Parabolic Star появляется над свечой. В этот момент мы закрываем позицию. Вы можете закрыть позицию как на открытии свечи. Это более... Вот закрылась вот эта свеча, открылась вот эта. Появилась точка Parabolic Star выше нее. Мы сразу закрываем позицию. Итого мы где-то заработали примерно 440 пунктов. Очень неплохо. Вот. А можно немножко рискнуть. И в надежде, что тренд продолжится вверх еще сильнее. И подождать, пока эта свеча, в начале которой появилась наша линия, пока эта свеча закроется, и только тогда уже выйти. Это будет проверенный выход, что уже все точно выходить, но мы можем потерять из-за этого 200 пунктов. Это немало. Но если бы тренд продолжился, и точка Parabolic Star оказалась бы под свечой, или где-то в ее середине, такое иногда случается, то мы могли бы получить какие-то дополнительные пункты к нашей прибыли. Вот. Но это, опять же, как говорится, на свое усмотрение. Далее. Также еще одно условие выхода. Это если главная линия MACD пересекает сигнальную выше уже линия нулевой, вот здесь, поэтому в этот момент нам тоже следует выходить. Так, едем дальше. Это были у нас, собственно, условия для покупок. Условия для продаж весьма похожи, но немного отличаются. Parabolic Star точка должна быть выше цены, выше нашей свечи. Цена должна быть под скользящей средней. Индекс силы должен идти вниз. А, соответственно, MACD должна пересекать сигнальная линия. Сигнальную линию должна пересекать главная линия MACD выше нуля, дабы повысить вероятность входа. Вот. Так, собственно говоря, смотрим. Вот, допустим, вот здесь цена оказывается под точкой Parabolic Star. Одна ли она и в то же время ниже скользящей средней нашей. Здесь у нас было чуть-чуть ранее свечой пересечение сигнальной, главной линии MACD сигнальную линию пересекла, идет вниз. Также индекс силы тоже пошел вниз. Значит, открываем вот здесь позицию. Выставляем стоп-лосс где-то вот здесь. Стоп-лосс вы можете определять каким-то своим методом. Я просто... Так как мы имеем Parabolic Star в наличии в системе, было бы вполне логично использовать его для определения стопов. Вот. Открываем позицию на открытии вот этой вот свечи. Держим, держим, держим. Так, что происходит? У нас появляется точка Parabolic Star выше линии. Профит в этом случае составил очень мало, всего лишь несколько пунктов, около 10, но тем не менее в
плюсе, не в минусе. Вообще минусы, естественно, будут случаться у системы, как и у любой другой. Это неотъемлемая часть торговли. Самое главное, чтобы плюсы перевешивали минусы. Вот. Итак. Так, это была у нас пара евро-доллар, дневные графики. Думаю, в принципе, все понятно объяснил. Если есть какие-то вопросы, можете задавать в комментариях к этому видео. Давайте посмотрим другие пары. Вот, например, золото. Что мы видим? Здесь тоже в основном профиты. USDJPY в данный момент пара в связи с ситуацией в Японии, когда записывается это видео. В Японии происходило цунами, думаю, они все о нем слышали. В данный момент торговать на иене довольно рискованно, поэтому пока ее оставляем. Посмотрим, что на других таймфреймах, отличных от дневного. Переключаемся на H4, то есть 4-часовые графики. Ну, здесь, в принципе, ситуация аналогична дневным, только пункты будут меньше. Пунктов будет меньше, но и позиции будут открываться несколько чаще. M5, я читал несколько отзывов от сети, что она работает на M5, но тут довольно-таки хаотичная картина, поэтому нужно применять систему с осторожностью. M15 уже более какая-то четкая картина. H1, то есть 1 час, чуть лучше. Ну, H4 и дневные графики мы с вами уже смотрели. В общем, систему я рекомендую использовать на часовых графиках и выше. То есть часовой, H4, 4-часовой, дневной, на свое усмотрение. Ну, а пары, так работает на всех, лучше всего выбирать те, которые обладают большой ликвидностью. То есть основные пары, если вы в окне обзора рынка выберете набор символов Forex, то они, собственно, и появятся. Это USDCAD, то есть доллар канадец, фунт доллар, GBP USD, AUD USD, австралийский доллар, USDJPY, ну ее пока оставим в свете недавних событий, евро-доллар, доллар-франк, ну золото по желанию, потому что в некоторых платформах оно есть, у некоторых брокеров, у некоторых нет. Ну вот, собственно, и все. Пожелания, претензии, какие-то вопросы, комментарии по этому видео приветствуются.